Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. Наконец-таки руки дошли до карты памяти, купленные на Гарбасте вместе с камерой GDAP 2. Собственно, для камеры GDAP 2. Карта памяти оригинальная самсунговская, 10 класс, 48 мегабит поддерживающая, 64 гигабайта. Давайте скроем ее и посмотрим, что там внутри у нас есть. Как у нас ее скрыть можно? Разряды. Было, кстати, куча других аналогов китайских, но что-то решил по Самсунгу приколоться. А вдруг, что называется? Так. Иди сюда. Вот, собственно, и сама карта памяти. Так, как бы нам аккуратненько оттуда достать? Она так просто не поддается. Доставание. Надо разрезать. Ну, не карту памяти. Не переживайте. Так. Вуаля. Ну, я вам скажу, очень сильно похоже на настоящую. Да и кто будет обманывать надписями, сделано в Корее. Так. Серии Эва. Как есть изнешники некоторые. Теперь давайте попробуем вставить ее в камеру. И вот чудо, у меня это получилось сделать до щелчка. Беленькая, прям красивая. Красота. И посмотрим, что у нас появилось. Что-то с размером, он говорит, не то. Ну да ладно. Он пишет, какая-то ошибочка. Видимо, карту надо форматнуть ее получится, судя по всему, только в компьютере. Сейчас попробуем это сделать. Благо, много времени это не займет. Компьютер прекрасно видит карту памяти. Ну вот.
вот что-то камера ее не видит. В общем, загвоздка в том, что нужно форматнуть соответствующим образом карту памяти, и тогда камера ее прекрасно будет видеть. Только и всего.